Дорогие зрители моего видеодневника, сегодня 1 ноября, ровно через 3 недели после выборов в Джорхукинеш, Центральная избирательная комиссия объявила о результатах выборов. Как мы сейчас видим, места распределились в той же иерархии, начиная с Атаджурта и заканчивая партией Атамекен. Мы знаем, что 28 мандатов досталось сегодня партии Атаджурт, 26 СДПК, 25 Арнамысу, 23 Республики и 18 партии Атамекен. Как теперь пойдут дела? Завтра в газете, правительственной газете «Эркинто» будет опубликован результаты выборов. И затем, как ЦИК предполагает, они будут 2 дня заниматься оформлением документов, мандатов новых депутатов. В течение этих 2 дней будет идти сопоставление всех данных, фотографии принесут новые депутаты. И в четверг будет опубликован полный список официально депутатов Джогорку Кенеша. 120 человек, как и предполагалось в соответствии с нашей новой конституции. Мы думаем, что можно будет в таком случае в пятницу собраться. В пятницу можно будет вручить ЦИКу документы в торжественной обстановке. Затем будет произнесена клятва депутатов. И все депутаты сядут в зале Джогорку-Кенеша соберутся на свое первое заседание парламента 5-го созыва. После того, как зал будет наполнен, я готовлю свое выступление перед депутатами. Выпишу тот путь, по которому будет, на мой взгляд, идти работа в будущем периоде нашей жизни. И это будет мое видение. И затем направлю депутатов на то, что нам нужно будет теперь создавать коалицию. В самом конце недели у меня состоятся консультации с каждой из партий, выигравшей в нынешних выборах, с партиями, фракциями Джоркенеша, консультации на предмет коалиции. Таким образом, мы плотно приступаем к созданию коалиции. Вот таковы процедуры, которые нам сегодня предстоят. Те этапы, через которые мы должны пройти. Увидим, как они будут изменяться в эти дни, но примерно порядок работы будет вот такой на этой неделе. Те 15 дней, которые возьмет та или иная фракция, которая будет, дай бог, в понедельник обозначена мною, начнется отсчет 15 дней, и это, к сожалению, будет аж 3 недели, но я еще раз хочу уже сейчас попросить наши партии, чтобы коалиция была создана уже в первые 15 дней и даже не используя целиком все эти дни.